Доброе утро, ребята. Сегодня мы утром занялись тем, что переезжаем на одну ночь в другой отель. В нашем отеле закончились номера, и мы не смогли продлить. Сейчас переезжаем в другой отель, а завтра улетаем в Канкун. Так что вот такие у нас планы. Сегодня, если что-то будет интересное, еще подсниму. А если нет, то извините. С Канкуна уже выложу вам все. Используем детский рабский труд. Мы, кстати, сейчас на один день остановили в шикарном фешенебельном отеле. Метрополь называется. Вон его такая замечательная вывеска стоит. Когда-то здесь был театр или кинотеатр какой-то офигенный, как в Америке. Кока-кола и Корона спонсор. Персонал этого отеля, кстати, молодцы, ребята. Я забронировал по своей дурости один номер вместо двух. Пришел сюда, они говорят, у вас один двухместный номер забронирован. В итоге я расстроился, говорю, ладно, мы не будем один брать, и больше нету номеров. Говорю, один не будем брать. Я посижу сейчас в лобби, закажу себе другую гостиницу. И они, в общем-таки, через минуту подходят, говорят, что для вас есть президентский номер, все дела. За 2000 песо на одни сутки можем сдать. Выручили, как всегда, уже несколько раз мексиканцы выручают. Вот такой вот номер сняли. Президентский люкс, можно сказать. Телевизор, душ, туалет. Старенький, но большой. Еще шкаф большой есть. Вид из окна не очень, но нам это уже не важно. Я вас стараюсь выгуливать по новым улицам, что-то новое показывать. Сейчас идем в неизведанном направлении для меня. Надеюсь, там будет что-то интересное. Но людей просто неимоверно, смотрите. Индейцы опять тут играют. Привет. Индейцы, оказывается, по-русски понимал. Это, наверное, один из тех, кто на ВДНХ у нас шлялся. Уехать не могли. Постоянно здесь очереди какие-то. Я не пойму, куда они. Они любители постоять в очередях. Медом не корми, дай в очередь встать. Очень много в очередь стоят миграционную службу. Идешь, травой везде воняет, хоть и запрещено, но курят здесь на каждом углу. Везде играют уличные музыканты, настолько кайфовая атмосфера, ребят, я вам даже передать не могу. Быстрее, быстрее, надо на зеленую успеть, а то задавят. И вот везде, на каждом углу, кто-то поет, кто-то играет, там слепые, тут глухонемые, короче, кто на что горазд, все они исполняют на ура. В филармонию, ни на концерты, никуда ходить не нужно. Вышел по улице, прошелся, короче, все услышал. Ребята исполняют просто офигенно. И вот так вот на каждом шагу. Сколько людей выдающихся, талантливых. Играют, поют, танцуют, что только не делают. Рэп читают. Кукла кому-то на ухо присела, и все, не отцепишься, пока все деньги не отдашь. Не отцеплюсь, вернее. А сейчас мы выходим опять к базилике. Тут все дороги ходят, сводятся к базилике, потому что, не знаю, самое центральное туристическое, наверное, место. Здесь очень-очень много людей.
20 10. Ага. 20 минут más o menos. Maybe 50 peso. А 10. А? 10 peso. Релакс массаж 50 peso. Таиланд прям. Праздник нам приходит, праздник нам приходит всегда. Кока-кола. ¿Quién más de este lado? Gracias, mi amor, gracias. Gracias. ¿Quién más de este lado? ¿Quién más de este lado? ¿Quién más de este lado, mío? Acá es el lado del canal. El chavito me regala 20 pesos. ¿Quién más de este lado? Gracias, canal. Hugo me regala 20. Acá me regala 20. ¿Quién más? Hello, bueno. Hey, hello. Where are you from? Gracias, canal. Where are you from? Сейчас иду взять книжку почитать. Для тех, кто в теме, книжку почитать взять здесь стоит 600 рублей, по-моему, на наши деньги, 500, так где-то. Слушайте, ребят, я здесь 5 дней нахожусь уже, и каждый день я вижу какой-нибудь митинг. И вот сегодня опять. Сегодня стою в банкомате в очереди. И сзади мужик меня стоит с такой же сумкой на поясной. Так он мне показывает, говорит, быть аккуратнее, говорит, сумку чук-чук и типа съебутся. Я понял тебя. А вы, кстати, знали, что Мексика называется правильно Соединенные Штаты Мексики? Я об этом узнал только здесь. Представляете, как мне стыдно за это. Опять он индейцы эти лазит и духоизгоняющие. А здесь прям аншлаг. Что за фигня здесь? Здесь узкое место. Давай. Еще чуть-чуть, и мы пройдем. Офигеть, мы зашли. Зачем они так сделали, непонятно. Все заходят, никакого контроля нету. Зачем это узкое место создавать? Кстати, Мехико очень, ЛГБТ очень много товарищей из этого содружества. Утром выхожу такой покурить. Из-за джетлага просыпаюсь рано, в 3 часа утра где-то выхожу. И идут такие два парня за ручку, там обнимаются, целуются, никого на улице нету, одни их, улица вся ихняя, они, короче, кайфуют. Сейчас девочки идут за ручку, держатся, обнимаются. Oh,
Вот в этой кафешке 5 дней проховали. Ни одного отравления, вообще все очень вкусно. И вот такая вот у них кухня. Блин, ребят, хотел вас провести по Китайской улице и пожалел в этом уже 100 раз, потому что очень плотный трафик и медленно идет толпа людей такая. В общем, как-то вот так выглядит Китайская улица, а еще один квартал туда идет и один квартал назад от того места, где мы с вами зашли. Не, я такой не хочу. Выглядит китайский квартал ночью. Здесь вход есть? А, да, ну это нафиг. Давай смотрим. А, нет, не жду. Платон, назад. Тут. Алло. Иван, Камин. Five. Cuatro con suerte, ¿no? Permítame. Купили китайских плюшек, идем домой, дождь идет такой вообще, и он не заканчивается. Где наша гостиница? Вот она.